Привет, голубчики! Вы снова на канале «Мир к твоим ногам», и это рубрика «Дичь». Кто я? Дичь! Дичь! Более чем в 30 странах мира люди употребляют в пищу насекомых. И с недавних пор в Евросоюзе тоже начали продавать насекомых, которых можно употреблять в пищу. И сегодня мы с вами их попробуем. Сегодня мы будем дегустировать вот такие вот штуки. Это мучные черви. Точнее, это не черви, а личинки, которые обитают в муке и ей питаются. Вот сегодня у нас такая вот штука в виде снека. Типа закуски к пиву или еще что-то. Сейчас попробуем. Делаем анбоксинг. В таком вот пакетике она. Влагонепроницаемом. Откроем. Так. Посмотрим, как это выглядит. Так. Какие же они будут на запах, эти мучные черви? О, очень сильно отдает маслом. Как будто бы жарили их на каком-то масле таком испорченном уже. Так. Так, я их подцепить даже не могу. Очень трудно. Так вот, вот такой вот они длины примерно. Червячок. Попробуем на вкус. На вкус. Странные такие. Как будто бы скорлупа от семечек, но когда начинаешь жевать, получается как бы просто какая-то белковая штука. Напоминает очень по вкусу какие-то белковые батончики или белковые смеси. В принципе, есть можно. С пивом самое то. Мучные черви – это отличная закуска к пиву. Так что не стесняйтесь пробовать, ничего мерзкого в этом нет. А если понравилось это видео, ставь лайк, вруби колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные выпуски, и подпишись на этот канал. А также напиши в комментарии, что ты думаешь по поводу мучных червей, стал бы ты пробовать такую закуску к пиву. И до новых встреч, пока!